Так, вот новая потасовка. Как обычно, каждую неделю. Сам не открывал, не знаю, что там. Так, клонбол. Легенда Зарота играет в клонбол. Он без случайно клана зеленых существ, который клонит по 4 раза. Порвите всех. Так. То есть тут вообще... Вообще не надо деку свою составлять. Посмотрим. Выбрать. Типа... Ну, разбойника, например. Ну да, и тут типа рандомная колода. Ну, посмотрим. Так. Против мага. Ну вот Харрисон Джонс, я думаю, не нужен. Присылает удивительное изобретение. Я вот не знаю, какое изобретение. Ледяная пасть. Ну, давай внутрь экстраза, мне нравится. Прям очень. Еще одна игра зла. Здорово. Не за что. Агрессивная игра. Ваша следующая легендарная существо, все его копия будут стоить на 3 единицы маны меньшего нормально. Ну ладно, все равно мне не хватает. Ваше следующее легендарное существо и все его копии будут стоить на 3 единицы маны меньше. Ну окей. Что-то у меня дорогое все. Нормально, нормально. Красиво. Опять у меня этот Харрисон ебал. Ну давай так тогда. Так. И что тут? Когда уже заменить? Так. Давай, гоблин, мега крут тогда. Что за изобретение? Блядь. В начале вашего хода случайное существо превращается в курицу один. И, конечно, это существо моим будет. Можешь же и мою превратить, по идее. Надо было лучше дождаться, что-нибудь другое вызвать. Ну ладно. Опять у него агрессивная игра. Блять. Это очень хорошая карта, Больф. О, нормально. Действительно. Так, ну что на этот раз за изобретение? В конце вашего хода за жизнь здоровья персонажа с неполным здоровьем. Блять. То есть может и мне восстановить, правильно? А может и врагу. Блять. Ну ладно, подождем пока. Если я правильно все понял, то может и мне восстановить по логике. Ну может и врагу. Подождем, что-то сложно, блин. Ну мне хотя бы одну победу, чтобы пак получить. Роджерс дует. Скотина, блять. Я же говорил, что мое существо все равно рано или поздно захексит. Что я и говорил. Уебище, блять. Ну это моя ошибка была. Мне не нужно было карту вообще разыгрывать. Ну, так, пикнул мага. Что-то разбойник, пиздец, вообще не... Вот это заебись. Вообще не берите разбойника, не пикайте. Вообще смысл от разбойника ноль. Просто не берите разбойника. По сути, я разбойника взял, сам себя убил этими картами, блядь. Почему у меня агрессивной игры нет? Ну, найс. А, вот моя.
Вообще вот это Газлова вообще не разыгрывайте, но. А, нет, Газлова другой. Вот вот, который хексит собственные существа. Вообще нахуй. Еще раз. Отлично. Отлично. Вообще не играйте разбойником, это полный пиздец просто. Тупо сам себя убил. Давай тогда. Так. Итак, что же делать? В принципе, предсмертный хрип срабатывает дважды. Не, вот это вот не нужно. Это не нужно. А, ну, найс, что он два раза подряд. Анна. Он просто он два раза подряд призвал вот этого барона. Найс. Че, будут у меня карты, нет? Нет, не будет. Можно удешевить, в принципе, все. Ударю, нет. Че он пиздит там? Удешевление это хорошо. За что он меня поблагодарил? Интересно. Призывай 3, 4 или 5 мурлоков 1-1. А я мурлок. Призывай еще новые нарды. Что там за воин? Ну не самый худший. Буду тупо в лицо бить. И все. Пусть он что хочет делает. Тупо в лицо. Нет, потасовка, конечно, жесткая такая достаточно. Типа одни легендарки в колоде. Ну я так и знал, что он будет со столом размениваться. Я так и знал. Так. Так. Так что ли сделать? Не знаю. Найс. Даже никого не убило. Ну что ж, придется пока поразмениваться. Путь к золотой обезьяне уже есть. Отлично. Я правильно сделал, что тогда тупо в лицо пошел. Правильно сделал. Аниксия. Ну такое себе на самом деле. Снаряжает каждого игрока лощиным оружием. Каждого не надо. Надо мешать золотую обезьяну и мурлоков. Блять. Ладно, тогда так и в лицо. Все равно у меня больше урона на столе. Двойное удешевление. Красиво карты стоят.
Тоже Мурлок. Так, 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 так. Снижает каждый игрока с ученным оружием. Может попробовать, что там за оружие будет. Блять. Ну так-то у него получше оружие, наверное. И что там? Призывает ученого Инарды. Нормально, давай. Неплохо. Вот так сделаем. Пиздец, у него золотая пушка. Пирана стрел. Я даже о такой не знал. Да и у меня золотая пушка. Клинок убийцы. Не, ну у него получше, у него пиранья еще призывается. Сейчас я думаю, кончу его в следующем раунде. Изи. Угу. Изи. Ладно, пак можно открыть. Так. О. А, блять, хуйня. Ну, лазурный дракон типа хороший, но у меня и так есть. Ну, как-то так. Какой у меня там ранг 20-й? Неплохо, да? Как-то так.